Да, все. Что имеется в блок идет? Да. В беседу. Да, простите, сейчас тогда небольшая техническая пауза, потому что мне нужно забрать маркеры, потому что я совпало, что я свои в этот раз не захватил, и тут не было, потому что обычно тут бывает. Так, и тогда буквально сейчас несколько минут и начнем. Да, в целом сегодня мы просто продолжим немножко про многомерное распределение приорное и постериорное. Ну, там просто один важный кейс, который надо знать. И поговорим про бесконечную дисперсию и про сети, про исследование сетей. Так, сейчас тогда буквально пару минут. И А мы разве с Денисом не разбирали эту формулу уже? Подожди, а JS 4? Байса? Да. Разбирали. У тебя потянулись это? Разбирали во французы первые. Сейчас посмотрим. Про что еще? Про элементы будут. Там же все кроме JS даже стоит, да? Да, я понимаю, у меня просто... У тебя логин, это Яндекс, там без собаки Яндекс служит, ну смотри, там твоя почта, собакаяндекс.ру, и ты указываешь все вплоть до собаки. Еще бы знать, с какой почты я слушал. Нет, так, наверное, смотри, можешь по ссылке той перейти, которая для теста была, ну, типа, зайти в КСЦ, найти ссылку, и там ты увидишь. Не пойдет, к сожалению. Еще три аккаунта Яндекс, как я все знаю. Я верю в вас, в ваши способности поиска. Причем на одном нету собака Яндекс. Значит, не то. Они прям хотят собака Яндекс. Потому что один это просто войдет. Почему Яндекс? Нет, у меня j.baradin1 просто стоит, у меня сразу же. Своя почта. Но приорное это типа то, что у тебя. Нет, в смысле там Яндекс, где в личном кабинете я указываю, она просто логин Яндекс. Я не могу почту. Не, короче, ладно. Смотри, там же было в примере, как указывать Яндекс ID. Это что-то, а потом пойдет собака Яндекс.ру. Собака Яндекс.ру это типа суффикс своей почты. Да. Вот. И надо указывать то, что это Так, успех. Так, ну окей, давай себе прошу вас убрать какие там ноутбуки, тетрадки, попользоваться тем, что вы помните. Ну, собственно, вам нужна одна формула. Скорее всего, вы ее знаете. Она обеспечена, да? Достаточно много денег. Так. Так, да, спасибо. Ну, и, собственно, те, кто онлайн, тоже прошу не прислать. Я, естественно, как обычно, скину e-mail, который нужно будет скинуть. И я вообще прошу тех, кто онлайн пишет, не тормозить при ссылке решения, потому что если вы посылаете, ну вот мы пишем там несколько минут, не знаю, там 10 максимум, даже может меньше, там я скажу. И ну 10 пишем, окей. Да. Вот. И если вы просто задерживаете, то у вас все привилегии в онлайн. Если вы задерживаете, то возможно у вас будет меньше баллов. Там просто пинг все равно идет на то, чтобы сделать фотографию, погрузить, отправить и дела. Это понятно, да, это окей. Но это типа какие-то... Вот. Там бывает, чуть задерживают там. Не, ну я типа там на минуту задержал, когда в онлайне буду. Минута это окей, минута это не страшно. Смотрите, давайте рассмотрим некоторый эксперимент. Ну, вообще, на самом деле, ситуация простая. Мы рассмотрим бинарный эксперимент с
вероятностью успеха P. И в этом эксперименте у нас выпал данные следующие. У нас успех, неуспех и потом успех. Это просто данные, которые мы получили в результате там, нескольких подряд экспериментов. И вопрос на самом деле очень простой. Если возьмем в качестве априорного распределения просто вот такой вот треугольничек. Здесь должна быть двоечка, чтобы он был, да, чтобы площадь была единицей. Такой, да, да. Просто возьмем в качестве вот такое линейную функцию определенного ряда единиц в качестве априорного распределения. И, собственно, вопросов два. Первый – это найти апостериорное, то есть вот давайте назовем это вектором y большое, вот при условии этого вектора. И второй вопрос – это сравнить матожидание, то есть что было до, то есть просто матожидание до проведения, до получения данных, и матожидание после получения данных, то есть при условии. Вот. Как обещал, все должно быть несложно. А вот по оси координаты это F от P, да, у нас? Да, да, ну плотность. А, плотность, окей. А F это кто? F? Ну, плотность P. Что имеется в виду, это кто? Это и был вопрос. Ну, это априорное распределение, плотность и вероятность. Все, окей. Если мы просто мощь. Это вероятность успеха, да? Да. Это просто вероятность успеха. Сколько у нас времени на это примерно? Ну, у вас вот 10 минут примерно, уже 9, наверное. Ясно. Давайте до 12.05, вот так вот. Даже 10 минут. Успех, да, это вектор. Ага. Сейчас.
лучше посчитать просто f от p при условии y. Не лучше там правдоподобие делать. Ну, просто постоянное распределение. Есть приорная, нативная постоянная. Слушай, вот вопрос. Функция f — это функция f от p у нас от вероятности. Функция f? Да. Ну, мы f называем просто плотность здесь. Плотность не может быть разная. Сейчас. А. Это просто некоторая f плотность, которая тут, а это плотность, которая будет тут. Ну, давайте назовем это f1, неважно. Ну, правдоподобие вам понадобится для того, чтобы это посчитать. Ладно, давайте делайте, как делается, а дальше обсудим. Да, вообще идея, как воспринимать, что p при условии y, если, ну, то есть y — это же у нас трехмерный вектор. Это плотность вероятности при условии данных. То есть что произошли какие-то... Что мы увидели вот эти данные, мы обновляем наше распределение. Было априорное такое, значит, а постериорное другое. Это у нас то, когда мы еще не знаем? Это априорное. Давайте самостоятельно. Дальше нам нужны без ожидания условий. Не просто без условий, а потом при условии нашей данности. Да, мат ожидания, ну, собственно, вот этого. Да? Ну, это понятно, да. Мат ожидания того, что получится после того, как мы учтем данные. Изменим наше распределение.
сейчас матожидание P надо выразить через F или как? Обычно матожидание это число. А, просто число записано. При условии, что надо реально рассказать. Ну, посчитайте как-нибудь матожидание, что получится и получится. Окей. Ну, как все-таки, как вот треугольник вот этот понимать? Здесь F от P это 2P. Это плотность вероятности, некоторая плотность вероятности, которая 0 вокруг 0. В ней 0 и 1, а между 0 и 1 это вот некая вот такая прямая между 0 и точкой 1, 2. Понятно, что получится по ней 1 единица. Все хорошо. Распределение вероятности. Ну, в смысле плотности. По идее, сейчас уже будет время, но давайте несколько минут добавим, если я вижу, что вы прям думаете. Ну, что-то получилось, но отличается сильно. Но это же необычное и данное. Окей. Ну. Почему бы нет? Давайте еще пару минут. И те, кто онлайн тоже, соответственно, у вас там 2 плюс 1. Плюс 1, чтобы там сфоткать и послать. А можно все-таки показать, что геометрическое где у нас? А, два исхода. Сейчас, давайте по очереди. Если был вопрос. У вас был вопрос про матожидание, у вас получится какое-то разделение вероятности. У него есть матожидание. Почему мы его не найти? Можно полагать, что у нас распределение Бернули? Вот это? Ну, это очевидно схема Бернули, да. Просто была фраза про биномиальное, а там есть коэффициент n, и возможность, ну, с ним типа, тяжелее матожидание считать и так далее. Я вообще про биномиальное, я сказал про биномиальное, да? Да, да, да. Ну, я могу сказать, биномиальный эксперимент, имею в виду, что у меня два исхода. А, окей, и скомбинули схему. Уже скомбинули, да. Да, да, да. А можно ответ уточнить? Давайте сейчас сначала сдадимся, потом все уточним. Какие два? Ладно. Это лекция же у нас получалось, что мы ожидание... Вернее... Ладно, не уж потом спросить. Давайте, да, сейчас сдадимся и рассмотрим тут все, в общем. Так, как это было? Интересно. Да, спасибо, что уже присылаете решение. Я думаю, что здесь тоже пора нам что-нибудь уже отдать. Ну, вы уже там написали достаточно. Давайте оставаться. Фамилию главное не забудьте. Ага, хорошо. Давайте сдаваться. Давайте сдаваться. Ну, дальнейшая медитация, в общем, не знаю, что мы будем. Здорово. Все? Я телегу закрываю. Да. Так, и всех, кто онлайн, тоже прошу уже прямо сейчас посмотреть. Если вы еще не сделали, то сейчас считайте. Так, что у нас? Нет, вот есть вероятность игры, плюс не знаю. Не, окей, что ты такой вероятности игры? Спасибо большое.
Так, я надеюсь, что онлайн тоже все поставили уже. Так, коллеги, давайте посмотрим, как это решается, но вообще говоря... Грабина? Вообще говоря... Примерно треть лекции. Ну, вот так. Что-что? Ну, это достаточно все-таки примерно треть лекции мы воспроизвели сейчас, мне кажется. Ну, то есть там нужно было интегралы писать, они просто были сильно проще. Интегралы надо было. Нет, посмотрите, насколько я вот я себе представляю, да, это должно быть все несложно, но сейчас вот, может быть, вы поправите, выяснить, что все гораздо сложнее. Но смотрите, ну, во-первых, понятно, что начнем если отсюда, то просто мат ожидания здесь, ну, понятно, что это просто интеграл от 0 до 1, это функция равна 2p, правильно? Да. Просто домножаем p на плотность dp, то есть получаем, если это посчитать, должно получиться 2/3, да, 2/3. И насколько я представляю, мне кажется, тут удивительным образом такой, ну, бывает по-разному, но здесь, мне кажется, данные даже не повлияют на матожидание. То есть форма распределения сильно поменяется, а вот матожидание, возможно, останется тем же. Мы сейчас посмотрим. Чтобы нам посмотреть... Почему я сказал про правдоподобие, да? Смотрите, у нас успех, неудача, успех, да? Вот такие, такие у нас исходы эксперимента. Соответственно, нам нужно... Ну, давайте напишем сначала, что просто пропорционально, а потом на прерывочный коэффициент найдем, потому что там же просто единица на... Типа, ну, так нужно поделить на вот эту формулу полного правдоподобия. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем, собственно говоря... правдоподобие, умноженное на вероятность p, да. По идее, правильно? Да. Без правдоподобия нам не обойтись. Правдоподобие здесь тоже, ну, понятно, что поскольку у нас конкретные очень последовательность, нам не даны какие-то там, типа, в два раза из трех, на что-то еще, нам не нужно было эти бинарные коэффициенты, нам нужно просто по конкретной последовательности, у нас получается p квадратный низ минус p, да. И, собственно говоря, умноженный на 2p на нашу априорную вероятность. Да. Все. Я просто в правдоподобие подразумевал метод максимального его. Да, метод. А, не, ну просто само правдоподобие вот оно. Не, ну, да? Ну, да. И, соответственно, чем получается 2p куб единица минус p. И дальше, если вы. Ну, точнее, даже не важно, 2 или не 2, просто p куб на единицу минус p это сама функция. Ну, понятно, что это когда у нас. Там, для матожидания важно будет. Для матожидания можно, но сейчас мы коэффициент найдем. Это если p принадлежит 0,1, ну и 0, если p не принадлежит 0,1. Это прям вот типа... Я не буду за это, конечно, штрафовать, но вообще по-хорошему надо писать там, типа... Ну, хотя это просто, на самом деле, здесь все довольно очевидно. Если вы возьмете просто интегральчик от 0 до 1 от этой штуки, то вы поймете, что нужно намножить его на 20, чтобы получить единицу. Получил кто-нибудь 20? Что-то было такое. У меня 24, по-моему. Не 1/10 получилось. Ну, вот если интегральчик навесить и взять его на ряд единицы, 1/10. Окей. Логично. Ну, еще смотрите, есть такое подозрение, что интеграл от 0 до 1 от 20 в кубе единицы минус p. Ну да. Будет равно там. Будет равно там. То есть на самом деле у вас здесь, ну, как бы, здесь пропорциональность, поэтому здесь нет коэффициента, но. Да, то есть мы еще должны, вот думаю, знаменатель формулы Байеса здесь не добавлен, вот он здесь как бы появляется в виде 1/20, на которой мы делим. Ну и все. А дальше нам осталось только вот это матожидание найти. Матожидание при условии данных получается у нас тогда интеграл от 0 до 1. Вот это домноженное на просто на p. Потому что вот у нас теперь наша плотность. И у нас получается p в четвертой, да? p в четвертой, единица минус p. Ну, 20
Про четвертое низ минус P до P. Вот опять же, если вы это аккуратненько возьмете, то вы внезапно обнаружите, что ожидание не поменялось. Mm-hmm. Что оно как было, так и осталось. Ну, P в четвертый минус P в пятый, короче, мне сейчас извините это расписывать, это элементарная вещь, но, короче... А? Там P в четвертый. Но мы домножили апостериорную плотность просто на P. То есть, что такое мат ожидания? А, ну да. P на плотность, правильно? Почему F от P при условии вот Y, это вот эта штука? Мы не расписываем ее по вероятности. Я пишу пропорционально, потому что я пока пишу, не делю на... То есть, формула Байес, она о чем вам говорит? Она говорит, что... Условие это, ну, то есть апостериорное, это априорное умножить на правдоподобие. Правильно? Ну да. Все, правдоподобие наших данных, ну, p, p, 1 минус p, да? Априорное определение. Просто... Но разве на что делить не надо? Надо, надо, конечно, делить, поэтому не пишу равно, я пишу пропорционально. Я пишу пропорционально, получаю результат, а потом просто нахожу, какой коэффициент, на что надо поделить, на ту двадцатую, чтобы у нас это было плотность вероятности. Да. Вот. То есть да. Здесь важна именно, числитель важен, а знаменатель просто уже нумерочный коэффициент. А вот единственное, что непонятно, вот почему мы когда-то пишем, что оно эквивалентно, да, вот почему мы просто берем вероятность данных, умножаем на F от P? Оно не эквивалентно, оно пропорционально. Ну, пропорционально имею в виду. Берем. Типа, почему вот это вот F от P? Ну, F от P при условии данных, вот то, что слева написано от пропорциональности, почему оно равно вот этому, понятно? То есть мы как будто бы считаем, что у нас эти события независимы. Мы не то чтобы считаем. У нас есть просто формула Байеса, и события в формуле Байеса вообще не обязаны быть независимыми. Да. Более того. Но мы же просто перемножили, получается. Да, мы просто перемножаем, потому что формула Байеса так работает. То есть в формуле Байеса нет предположения независимости событий. А, ну да-да-да, все ясно. При предположении независимости событий мы как раз получаем там в качестве следствия, что можно перемножать вероятность следствия событий независимо, получать их пересечение. Но тут же у нас речь не пересечение, тут у нас речь про условную вероятность. Да-да-да, все. Я еще немножко не понимаю, вот то, что мы сделали, оно видно, что правильно, да. Но я вот делал немного по-другому, я честно байес применил и знаменатели посчитал, ну, то, что там написано, полную вероятность Y. И у меня она получился другой коэффициент. Понятно, что это правильный, но почему честный байес не работает? Он работает, у меня вот такой же коэффициент получился. В смысле, честный байес, Но если вот не... Угадать я сейчас отвечу в чате на вопрос. Если не угадать коэффициент, а поделить на вероятность Y, вероятность Y это интеграл, он тоже считается, но у меня он получилось другое число в итоге. Вот у меня он получился 1/10, и как раз умножается на десятку, и получается 20, вот так же как там. У меня, короче, совпало. А где же на десятку умножается? Откуда десятка вылезает? Если у вас 1/10 получилось внизу, и вы поделили на 1/10, то есть умножили на 10, и еще умножили на 10, почему? Почему еще раз умножили на 10? В смысле, окей, умножили на 2, договариваюсь уже. Ну, 2 там было изначально. Потому что здесь двойка, да. Да, мы ее убрали просто. Ну, короче, это вопрос, видимо, не в метике, раз. Я не думаю, там, я, может, интеграл не тот написал, но просто, я просто всем верю. Я думаю, что можно просто посмотреть. Вот, если что, работаем. Мы живем уже полгода. Ну, короче, поясните, если вдруг не совпадет, то тогда давайте разберемся. Вопрос был в чате про максимальное правдоподобие. Да, я думаю, что максимальное правдоподобие где-то будет 3/4, потому что там функция превратится во что-то такое вот. И, возможно, там где-то 3/4 будет, да. Есть такая возможность, что это правда. Но вопрос, что мало вам это ожидание, то есть вопрос, что прошлом теоретически проще. Так, сейчас я позвоню, только подтвержу интернет. Так, что нам нужно сегодня рассмотреть еще? Нам нужно просто рассмотреть понятие сопряженных распределений. Это
квадрат. Гельгиш, а можно спросить немножко в сторону, не вижу доску? Спасибо. А то есть у нас какая-то условная вероятность, это мы что-то умножаем на вероятность событий игры, да? Получается. Условная вероятность мы домножаем. Не, подожди, мы просто используем формулу Байеса. Не-не, я вот про вторую строчку, вот которая. Не-не-не, это вот это, да. Вот итоговая, как вот это, фигурные скобки. Ну, это просто, что мы получаем некоторую плотность, это наше постериорное распределение, да. Но плотно она определена на 0 единицу. А вот откуда мы ее взяли, вот это p в кубе умножить на 1 минус p? Вот мы взяли вот это p квадрат на 1 минус p на 2p. Ну, двойку я... Окей, давайте здесь тоже нарисуем пропорциональность, чтобы... Либо можно было написать равно из двойки, но это не важно, потому что... Главное, какая формула, а коэффициент мы можем найти уже такой, чтобы просто была... Единица под всей кривой. Потому что знаменатель — это просто нормировочный коэффициент. Можно попросить свой листочек, чтобы дома ошибку найти? Сфотографировать. Давайте, ну давайте после пары сделаем. Так, господи, как подключиться к этому черному интернету? Нужно позвонить на какой-то номер. Нет, ты первый. Причем позвонить нужно, в смысле, типа с компьютера. В том месте, нажал на 2. Можно пытаться сложиться? Да. Там типа реквест, да? Ну, нет, вроде. Он обычно простой. Ну, хороший лягушка была, кстати. Если он просит позвонить, то позвонить нужно с телефона? Да, или... да, да, да. А, ну да. Кстати, просто генерится там номер. Просто генерится номер телефона. Ты же указываешь на номер телефона и с него звонишь, да, окей. А что, так много номеров телефонов? Есть что-то номер? Реально, что ли? Да. У тебя, потому что с тебя, смотри, у тебя сверху F. Значит, это картинка с шипы. Ладно, обойдемся без этого. На интеграле. Да. Пока обсуждаешь. Я больше вниз. Так, что хочется? Что хочется обсудить? То, что он стоит. Понял. А у него сейчас сам слов сэмпл, там все данные. Все данные там чуть плохо. Вообще очень хочется послать вам в чате картинку. Очень хочется послать картинку, потому что... Потому что хочется говорить про распределение Дирихле. Показать что-то с этого компьютера, да? Да. Можно пока включить проектор. Да, давайте пока включим. Потом... Слайд на стене добавить? Да, не надо. Онлайн не нужен. О, а сможете слайды скинуть в чат, чтобы... онлайн тоже видели эти слайды. Я попробую. Давайте сначала я просто покажу, а потом я чуть позже скину в этот самый... Не, ну справедливости ради, мы можем действительно на стрим добавить это. Если потом только не забыть переключить. Там тоже на стрим? Да, да, чтобы на стриме было видно. Ну, сейчас чуть попозже, даже. Сейчас я... Да. Ага. Так. Что ты хочешь? Я хочу тоже запустить.
Можно запустить, да? Да, но если мы уже все, значит, это не надо было. Но тебе, конечно, не могу. Я бы хотел бы еще раз хотел. Еще одну я написал. Что ты хочешь? Не понимаю. Сейчас, одну секундочку, найду просто свой файлик, который я... В исходном пространстве отображаю. Это в исходном пространстве? Нет, там нужно, по-моему, еще что-то сделать, чтобы это было в исходном. Там, по-моему, нужно еще что-то сделать. Короче, мне кажется, проще использовать... Короче, воспользуюсь Яндекс диском, чем пытаться найти что-то на Google Drive, потому что даже если что-то на Google Drive загружено. Да, потому что Google Drive не нужен все так. Да, это чистая правда. Это чистая правда. И коллаб тоже не нужен. Google. Правильно. Только поисковик. Только Яндекс, да? Нет, Яндекс поисковик. Может, у меня есть хороший Яндекс. Смотри, конечно, по-моему, Яндекс. Плохо понятно, как работает сам Google. А как же СМИ технологии? Это хорошее тестирование, правда. Ну, дело не в браузере. Яндекс браузер просто сам все страны. Так. К сожалению, мы ничего не видим. Ну, в принципе, нужно даже посмотреть. Да, на самом деле, это слайд человека. Я просто хочу показать вам картинку, и эту картинку я просто возьму со слайдов. С лекции по машинному обучению, которую читал Сергей Николенко в СБГУ, просто потому что смотрите, здесь хорошо расписаны формулы, и, ну, в смысле, и просто есть картинка распределения директ лет, которая нам нужна. Это Google? Да, просто... Это Яндекс. Мне больше Яндекс нравится. А вы эти лекции знаете как-то, да? Теперь фамилию слышали. Окей. Ну, у него просто... Это лекция по машинному обучению, в которой просто он начинает с байса, и, ну, я могу скинуть ссылку, они очень хорошие. И там большая часть выводов есть. Самое главное, что я хотел сегодня рассказать про это, чтобы просто... Ну, и вы теперь знаете, где еще посмотреть дополнительно, где это просто объясняется, без... ну, в смысле, не какой-то... в виде книжки, где это рассказывается долго и мучительно, а в виде просто короткого рассказа с слайдиками. В общем, вы помните, что для у нас просто было распределение, бета-распределение вылезало, мы получили бета-распределение, когда мы в прошлый раз выводили для монетки. Для монетки мы пытались понять, какое нам взять такое распределение, чтобы... априорное, что при подсчете апостериора у нас получалось такого же типа распределения. И чтобы у нас, соответственно, могли брать данные, обновлять наше распределение, получать следующие данные, обновлять распределение. И вообще говоря, это позволяет обойтись вообще без какого-то вывода. Возможно, даже здесь это есть. Ну да, 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 смотрите, здесь это есть. То есть, что мы получали? Мы получали у нас, когда была монетка испытания Бернулли. И альфа и бета были наши гиперпараметры. Так, это было в общем виде. Да, это правило Лапласа, то, что в прошлый раз, я не помню, мы так подробно не расписывали. Ну, то есть мы получили его, но мы просто записали вот это через гамма-функцию, по-моему. А вот она, собственно говоря. Угу. Так, окей, короче, что нам хотелось? Вот, да, вот он тоже пишет, что разумная цель выбирать распределение априори так, чтобы они оставались такими же.
То есть, если вы помните, у нас были, были ситуации, когда, то есть, если вы выбираете какое-то распределение, если вы выбираете какое-то рандомное распределение в априори, то в апостериори у вас может быть вообще все что угодно. Да. И это довольно неудобно. Есть некоторые примеры. Ну, на самом деле, ладно, давайте вместо того, чтобы... то есть не обязательно это расписывать в виде... В смысле, просто говорить словами. Давайте попробуем привести какой-нибудь пример того, как это может быть. Так, привести пример того, как это может быть. Ну, не знаю. Если у вас, например, есть, я не знаю, сейчас будет видно что-то, что я пишу в доске. Ну, я не знаю. Но если вы возьмете, например, какое-нибудь априорное распределение каши, а в сами ваши данные будут распределены нормально, то в качестве апостериорного вы что получите? Вам нужно будет умножить плотность нормального распределения на плотность каши. Да? И взять от этого интеграл. Вот. Это будет выглядеть очень плохо, это будет выглядеть настолько плохо, что это будет даже не браться. В смысле, вообще не браться. И это некоторая проблема, очевидно. Но даже если там берется, то самая главная еще история стоит в том, что не только в этом, не только в том, чтобы вид был такой же, что сам по себе прикольно. Это позволяет вообще вам избавиться от формулы байса в каком-то смысле. То есть вы, что происходит? Вот, например, есть, это хорошо видно на примере с Бернулли. Да, вот. Так. Да, на примере с Бернулли видно, что берем бета-распределение в качестве априорного, добавляем данные, получаем вот такую штуку. Ну и с точностью до коэффициента. Но мораль в том, что если вы получаете какие-то, вот у вас были данные альфа и бета, вы потом у вас добавились данные какие-то вот ECF, которые здесь названы, ну, в общем, вы кинули монетку еще сколько-то раз, получили сколько-то успехов, сколько-то неуспехов, да, то вам не нужно даже формулу байса еще раз применять, вы просто знаете, что вам, поскольку у вас распределение выглядит так же, то просто добавляете сюда, у вас простая арифметическая операция, вы добавляете сюда к степени еще одно слагаемое и получаете следующее ваше постоянное распределение. То есть это супер удобно, но не только потому, что позволяет обновлять, а потому что вам даже не нужно ничего рассчитывать. Просто этот расчет теоретически может быть долгим. Ну, в каких-то ситуациях. А эта штука, если вы взяли алгебраичную, в смысле, чисто аналитически, поняли, как вам получать, как вам обновлять распределение при получении новых данных, ну и все. А, то есть, ну, мы знаем, как там до этого было. Смотря на функцию, ну, как будет интеграл внутри выглядеть, и там просто степени увеличились. Да, просто степени увеличились, да. И после этого мы знаем, что у нас добавились новые данные, просто добавили все степени и посчитали. Все. Нам нужно даже формулу байса что-то по ним что-то считать. И в реальной жизни очень. То есть в реальной жизни у нас часто бывает многомерное распределение. То есть тут у нас всего две, одно типа схема Бернулли, монетка, там условно, да. А в реальной жизни мультиномиальное распределение. Ну, то есть у нас везде тоже N испытаний, как категорий, и просто какое-то количество там, галочек, что да, какое-то количество галочек, что нет. И в каждой категории может попасть какой-то вероятностью. И поскольку это просто в таком виде хранится большое количество разных данных, то есть, ну, каких-то реально бизнесовых данных, какие бы то ни было, то хочется для них уметь делать байсовский вывод. И просто обобщение стоит в том, что ну, у вас получается ваши вероятности, ваши вот эти параметры вероятности попасть в ту или иную категорию, у вас получается просто возводится в степень успехов, ну, чтобы получить правдоподобие. Вот. Ну и получается, есть вот, вот да, то есть вот пропорционально просто вот этому. И там получается множество, и там получается единица делить на функцию директрия. Там она не очевидно образом устроена, мы даже не будем, наверное, сейчас как бы подробно разбираться как, но то просто она существует. Да, но мораль стоит в том, что в этом случае это просто некоторое обобщение появится, да, самого, там у нас всего два, тут у нас несколько. Но история, поскольку здесь тоже та же самая правило степеней банальная работает, то у нас получается просто сопряженное распределение такое, те же самые параметры, просто разведенные в ту степень.
когда у нас появляется новые данные, просто в степени обновляем. А единица на что-то, единица на там, функцию Dirichlet, это просто множитель, который там присутствует. Это написано, что это вероятность попасть, ну, в класс if, правильно? Да, да. Где там само if? И это просто типа индекс 1, 2, 3. То есть у нас есть некоторое количество категорий, и для каждой категории есть вероятность попасть в эту категорию. Так, тогда я немножко понимаю, что это вероятность, значит, то есть x при условии t. Ну, давайте рассмотрим монетку. У нас есть категория орел, категория решка. Да. И у нас есть вероятность попасть в категорию орел, это p, например, да? И вероятность попасть в категорию решка, это единица минус p. Вот у нас есть параметры. Понятно, что он сам один, потому что он суммируется до единицы, да? А, то есть это презентет, это просто тоже. Это просто вероятность попасть в категории. Только у нас будет не две категории, как с монеткой, а много. Честно, мне кажется, что мы здесь перемножаем. Ну, типа, вот у нас в первом классе у нас x первое элемента, а втором x второе, мы просто перемножаем x вероятность. Ну так мы перемножаем вероятность попасть в эту категорию x один раз. Ага. То есть что мы, когда у нас была монетка, что мы делали? Мы p возводили в количестве, вот у нас было там, не знаю, m у первого, да? Да. У нас было p в степени m, правильно? Ну вот это ровно то же самое. Это наш параметр в степени m. Это ровно та же самая история. Просто не две категории, а как категории. И выясняется, что при такой генерализации у нас грузят определение Dirichlet. Почему просто я об этом говорю? Потому что это используется просто типа везде. То есть, ну, вот аналитики, которые работают с реальными данными, они говорят, типа, везде приходится для байса использовать Dirichlet. То есть это прям стандарт. Это прям стандарт. И, собственно говоря, весь смысл этого стоит в том, что почему это важно? Собственно, я хочу показать картинки и объяснить, почему это важно на практике, как это используется для анализа текста, например. То есть, алгебраически все очень просто, да, это просто расширение ситуации с монеткой. Прикол в том, как оно выглядит. Оно очень часто, как вы думаете, вот оно выглядит, ну понятно, что здесь там некий симплекс, и тут показано там для трех, да, переменных. Как вы думаете, в жизни используется вот первый, второй или третий вариант чаще всего? Это наша априорная, то есть мы берем, понятно, сопряженное распределение Dirichlet, но это наше априорное распределение вероятности получить, там, попасть в те или иные категории. И ну, для точки зрения распределения Dirichlet это просто там степень, мы берем дробную степень, получаем такую странную картинку, например. Или не дробный, ее получаем на ну, типичную картинку, более такую, ближе к ну, условному нормальному, понятно, что не нормально, но типа, ближе к условному классической картиночке. А что нам нужно сделать в жизни? Нам в жизни нужно какие-то категории выделить. Такое можно себе представить, да? Особенно если категорий реально много. В жизни же бывает ситуация, ну то есть если, анализ текстов у нас. Корпус текстов, у нас там много слов, и каждое слово это отдельная категория. Потому что она может употребиться, а может не употребиться. В тексте слово может встретиться несколько раз. Соответственно, это несколько получается выпаданий, да? И мы хотим подсветить те или иные слова. И что мы при этом будем использовать? Как это? Ну, видимо, то, что вот сама права 10. Вот это, да? Да. Ну, потому что в остальных они там все были менее равны. Да нет, на самом деле, сами вот это как раз. Смотрите, у вас же здесь все, ну как бы они, вероятности разных категорий оказываются одновременно большие. Да. А тут у вас они по отдельности, что у вас либо вот эта категория, либо эта категория, либо эта категория. А между ними, но вероятность там супер маленькая какая-то. Ну это как бета-распределение, только в пространстве многомерно. Бета-распределение тоже вот так и бывает. Но, ну, то, что там 3 пика, это просто потому что так сечение взяли. Ну, так, просто взяли такие, ну обычно да, обычно количество пиков примерно совпадает с количеством переменных, просто если дробная степень. Но вот не уверен. Может быть, ну, если здесь, например, вот есть какая-то вот переполка между этими двумя, здесь нет. Просто не очень понятно, что значит оси. Что?
Короче, в чем тут прикол? Прикол здесь в том, что, например, у вас есть 10 тысяч категорий. Например, ну, вот вы анализируете текст, и вы пытаетесь понять, как часто употребляются те или иные слова в зависимости от какой-то темы этого текста, например. И если у вас есть какая-то текст с какой-то темой, там есть, не знаю, вот несколько десятков тысяч разных слов, которые употребляются, и каждый раз, когда у вас следующее слово в тексте появляется, вы, по сути, кидаете 30-тысячегранный кубик, который упадает на какую-то грань, и какое-то слово появляется, да? Он такой уже шарик почти получается, да? Вот, и как вам сделать, как вам вот это вот задать те слова, которые для этой темы характерны? Берете распределение Дирихлея и устраиваете его пики на тех категориях, вот, то есть на тех словах, и вы берете там несколько десятков слов, которые для темы важны. И делаете, ну, просто вероятность за них сильно увеличиваете, вероятность для всех остальных типа принижаете почти в ноль. И в итоге ваш кубик, когда бросается, вот этот 30-тысячегранный, он чаще выпадает на те слова, которые характерны для этой темы. И вы, поскольку оно сопряженное мультинумеральное вот такое распределение, то вы можете обновлять ваше распределение Дирихлея на реальные данные, получить брать этот текст. Посмотреть, как часто употребляются слова, обновить. Взять следующий текст, обновить. И в итоге вы можете научить. Ну, это машинное обучение в чистом виде, собственно, поэтому лекция вот Сергея про машинное обучение. Поэтому здесь они в этой теме находятся. Вы в итоге получите распределение, которое хорошо какую-то тему описывает, и оно на 30-тысячегранном кубике или там 100-тысячегранном кубике подсвечивает правильные слова для какой-то нужной темы. И потом вы можете на тему генерить текст, или проверять, написан ли текст какой-то на эту тему или нет. Вот типичная ситуация, когда используется мультинумеральное распределение, как распределение, как правдоподобие, и запряженное к нему распределение. Это Дирихлей. Это то, что я хотел сказать про Дирихлей. А еще. Еще я хотел сказать вам про всякую бесконечную дисперсию и про прекрасную историю того, как она вылезла из анализа социальных сетей. Потому что, так, ну ладно, это мое какое-то старинное выступление, просто здесь, может быть, нужны есть слайды. Сейчас посмотрим. Окей, допустим, да. В общем, смотрите, история здесь была следующая. Вообще интересным способом, ну как бы некоторым для многих неожиданностью является, что многие методы статистически придуманы не математиками, а придуманы психологами. Ну, помните, там Уилкинсон, Ман, Уитни, все ребята. Уилкинсон. Кто-то из них не был психологом, но двое из трех точно были. Вот. А некоторые методы работы с сетями зачастую придуманы, ну, математиками вместе с социологами. И вы знаете такое число Эрдоша, да? Да. Я не прав, что за всех сказал, извините. Ну, кто-то. Не понятно, что это за себя. Вот. В общем, Эрдош был прекрасным математиком, который... Сколько это у него было... Короче, он у него не был дома, он кочевал по знакомым ученым, тусил с ними и писал статьи. И с каждым ученым он типа за неделю писал статью, и в итоге, ну или там за две, и в итоге он написал безумное количество статей с кучей разных ученых, и в итоге было придумано человек, что это такое. Это про то, расстояние между по статьям между учеными, кажется. Ну, это может такое есть, конечно, но если именно говорить число Эрдоша, то это просто количество статей, которые... Да, Эрдоша. Да, да. Человек, да. То есть он просто приходил к ученому передавать все статьи? Ну, он с ними дружил, у него были разные soft skills, видимо. Он просто жил,
своих друзей ученых. Жил в гостях. И пока с ними пока жил, он с ними писал статью. Да. И периодически жил ученых и писали они статьи. Да, да. Он потом не жил нигде, кроме как там, его не было. Они говорят, такой же с нами, и же статью. Ну да, да, да. И пишем статью, ну ладно, все. Но чувак был умный, плодовитый, в смысле, что, видимо, считали за честь ученые, да. Может, даже в очередь была, за куда я даже поеду дальше. Вопрос был в том, чтобы стартовать. Типа, когда набрал уже там 10. Ученых, с кем пожил, написал статьи, дальше уже, наверное, вопрос не стоял. Ну, другие видят, что как бы распределение уже постоянно хорошее, да, вероятность написать статью, поэтому... Как обычно час. Как обычно час. Ну, там на неделю примерно. А почему я про него сейчас говорю? Потому что он придумал метод Эрла-Шереньи, это метод генерации случайных графов, где-то в районе 60-х годов. Где-то в районе 60-х годов социологи начали внимательно изучать графы, вообще использовать графы для описания какого-либо процесса. Whatever. И в первую очередь даже не процессов, а фиксация социальной структуры. То есть вообще стала там была большая парсоновская теория, там незадолго до этого, которая начала проваливаться, и нужно было искать какие-то новые математические методы описания социальной реальности, факторной реальности, очень был популярен, и вот графы стали популярны. На самом деле с графами история забавная, потому что, например, где-то в 30-е годы исследовали семьи, связанные с семьей, выяснилось, что богатые и бедные семьи очень по-разному связаны. То есть просто, если померить, просто связаны с сети, ну, это первое, это практически первая метрика, которую ввели. Выяснилось, как вы думаете, какие семьи более связаны, богатые или бедные? Богатые. А что значит бедные? Связанные, в смысле, чаще общаются между собой. Бедные. 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 Богатые такие, типа, я пойду в спа в одиночестве. А бедные, они тусят вокруг в большом доме, у них нет же денег на много жилплощади, они все тусят вместе и постоянно между собой общаются. Я думаю, как раз наоборот, типа, какая-то элита, они все вместе всегда тусят, ну, на балах, на всем таком. Не, речь шла о семье. Балы — это не семья. Балы — это как бы отдельное социальное мероприятие. Я шла о семье. Это Элизабет Фокс. Как это учитывалось? Так он ходил, считал, типа, вот все члены семьи в этом помещении. Исследовательница по имени Элизабет, но фамилию не помню, Болт, кажется. Она в 30-е годы это исследовала, ну, где-то в англоязычном мире, скорее всего, в Нью-Йорке. Хотя, может быть, не в Нью-Йорке. Вообще логика исследования как? Логика исследования? Она шла, просто жила с этими семьями, смотрела, что с кем общается, записывала галочки прям, да, кто, что, как там, что происходит. У нее тоже были разные soft skills, очевидно, да? Это как это, вы занимаетесь, представьте, что меня нет. Да, так это работает. Ну, между прочим, ровно так же ученые пришли в лабораторию, социологи пришли в научную лабораторию. Знаете, когда до социологов дошло, что нужно пойти посмотреть, как работают ученые? Когда им сказали, что они не ученые на самом деле? Нет, социологи с этим не парятся вообще, они смотрят на это свысока. Вот. И... социологи замечательные люди, особенно нормальные. У нас просто нормальных социологов не так много, у нас очень много людей, которые называются социологами и политологами, они при этом дикую чушь, ну, в смысле, к сожалению. То есть это слово обесценено. У нас многие считают социологами людей, которые просто опросы проводят. Социологи занимаются серьезной социальной теорией, фундаментальной. Но это как бы отдельно. Если вам вдруг интересна тема общественных наук, то я рекомендую вам посмотреть на труды Европейского университета в Санкт-Петербурге, и это в Петербурге, а в Москве Шаненко. Это два места в России. Которые прикрыли? Которые не прикрыли, они существуют, они работают, просто там ректор посредник. Мне казалось, что у них лицензия такая или что-то такое. Обсудим кулуарно. Мораль в том, что это два университета, где точно хорошие исследования. Про Европейском тоже есть отдельная большая история, что с ним происходило. Давайте вернемся к сетям. Почему я заговорил про это? Потому что мораль в том, что социологи начали исследовать сети. Да, было замечательное исследование Пэджет в 60-е годы. Это была совершенно такая яркая история, когда стало понятно, почему семья Медичи была великой во Флоренции несколько веков подряд, семья Медичи. Кстати, знаете, какая профессия была семьи Медичи изначально? Медики. Это прикол? Это не прикол. Это реально так есть. Ну вот, и было совершенно непонятно, почему семья медиков очень долгое время держалась, была самой богатой, влиятельной семьей Флоренции, как они это делали. Как вы знаете, у Флоренции... потише, ребята, сейчас поговорите.
А если во Флоренции, очень, ну, как и в Венеции, фиксировались договоры, браки, вот эти документы остались там 14-15 лет, вот это, туда. Но было совершенно непонятно, почему они так долго держались, и именно сетевые исследования сети позволили это объяснить. Это исследование господина Педжета и коллег. Педжет. В общем, он выяснил, что вот если он просто взял семьи и сделал граф связи между ними, и связи и брачных, и связи и деловых контрактов. И выяснил, что был связанный кластер, был еще один связанный кластер, а Медичи просто держались на брокерской позиции. Они объединяли между собой два больших кластера, которые между собой по-другому были связаны. И они умудрялись держать этот кластер, вот, держать эту брокерскую позицию несколько веков подряд. И были самые крутые семьи Флоренции. Как они это держали, то есть как вот эти торговые и брачные связи заключались, там была какая-то своя такая игра престолов. Но, в общем, сетевой анализ просто позволил это найти. И где-то в 60-е начинает активно развиваться SNA, Social Network Analysis, и во многом он основан на идеях Ярда Шеринги, то есть идеи случайных графов. То есть, ну, как бы хочется померить не только связанность, но и там, а, да, еще отдельно потом, еще где-то в 40-50-е исследовали центральность, чуваки из MIT придумали, как мерить центральность сети. А Эрдо Шеринги просто сказали, давайте разбросаем нормально распределенные связи по графу и будем реальные графы, которые мы меряем на людях, сравнивать со случайным и понимать, насколько наш граф не случайен. Я сейчас очень грубо описываю методологию, но в общем логика такая. И как вы думаете, что то есть, нормально распределенная какая переменная получается? Что мы нормально распределяем? Может, степень? Да, степени узлов. Просто количество связей у каждого узла, да. То есть предполагается, что этих это средний узел, у которого там в среднем узла столько-то, и есть мало узлов, у которых мало, много узлов, у которых много. Вот. Одновременно с этим, тоже в 50-60-е годы, Пирс придумывает, ну, как бы там возникает идея шестерку пожатий. Сначала придумывает Пирс на вечеринке, типа, какая вероятность, что вы на вечеринке встретите человека, который знаком либо с вами, либо вы знакомы через одного человека с ним. Вот. И потом Милгрэм придумывает, как это в 60-м, где-то в году в 61-м, придумывает, как эту идею проверить экспериментально. Как вы думаете, как в 60-е годы можно экспериментально проверить теорию шестерку пожатий? По телефонным звонкам? Телеграмму какая-нибудь. Письма. Ну да, да. То есть, и там, да, там был следующий алгоритм, что он просто дал 300 писем разным людям, и у каждого письма был адресат, и эти люди не знали адресата, но идея в том, что была, то есть, как бы там была инструкция внутри письма, передать тому. Да, что либо передай адресату, либо если ты его знаешь, а если ты его не знаешь, передай кому-то, кто, возможно, его знает, и он тоже воспользуется инструкцией. Ну тут да. Сложно, потому что это не ищет кратчайший путь, это какой-то рандомизированный алгоритм. Конечно, это абсолютно непонятно вообще какой-то, это всемогущий рандом, но он отправил 300 писем, из них дошло 42, причем дошли там через Австралию, Японию, там, и все они, те, кто дошли не больше, чем за 6 хопов. Из этого сделал вывод о том, что весь мир связан через шестерку пожатий. Это очень сильный вывод, поэтому в 90-е, когда появился Facebook, интернет, все такое, исследователи решили повторить, то есть проверить себя как бы на современных данных, как современных, это был конец 90-х. Это ребята Дантон Уотс из Колумбии и Стивен Строглес из Корнелла, ну, короче, изучая американское, они опубликовали исследование, где попытались, и тут, кстати, да, яркий пример отличия между антропологами и социологами. То есть антропологи — это люди, которые едут на полгода в какую-нибудь глушь, в какую-нибудь деревню и записывают там песни с бубнами аборигенов. И водку с ними пьют. А социологи что делают? Они говорят, нам нужно проверить теорию штырку пожатий, что мы возьмем в качестве объектов. Они взяли актеров Голливуда. То есть они поехали в Голливуд, ну, пообщались с ними, насколько я знаю, но вообще они, в принципе, у них была сеть следующая. У них были узлы — это актеры, а связи — это фильмы, в которых они вместе снимались. И они построили эту сеть, обнаружили, что попытались найти алгоритм вот этого preferential attachment, то там есть несколько разных типов алгоритмов, которые объясняют такую очень большую связь в сети. Потому что реальные сети очень сильно связаны. Ну, тут, в сущности, почему шестерку пожать, хотя там миллиарды жителей Земли, потому что очень большая связь. И одновременно с этим венгерский тоже математик, обратите внимание, что венгерские математики в этой истории играют большую роль, потому что Эрдош — это венгерский математик, и Барабашев — человек, который другую часть вот этого
следующая инкарнация всего анализа. Сейчас, значит, существуют две больших части. Есть SNA, старый добрый, а есть Network Science. И они друг с другом очень мало контактируют, то есть есть как бы две отдельных больших кластера. И вот сначала был только SNA, а Network Science появился. Как он появился? Вот эти ребята, Watts и Strogers, опубликовали статью про связанность сетей, потом как они пытались алгоритмически получить связанную сеть. Альфред Ласло Бараваш, это венгерский математик, сейчас он в Америке тоже работает, он исследовал связность интернета. Понятно, что роутеры, маршрутизаторы, связи между ними понятные, веб-страницы, линки между ними. Строил сети, он обнаружил, что во всех сетях, которые он строит, таким образом, просто на эмпирических данных, он увидел, что деление степени узлов вот такое. Оно какое-то дико-дико неравномерное. Они вот такое, которое ожидались интуитивно. И понятно, что здесь даже распределение ранговое, по сути, потому что вы вынуждены. У вас такие выбросы, что вам только остается по рангу построить данные и чем-то их аппроксимировать. Но в итоге у вас получается такой power law, близких power law. Он им написал, они вместе скопировались, основали вот эту штуку под названием Network Science. Я, наверное, пошлю какую-нибудь ссылку, там есть просто сайт, где есть много ссылок на исследования. В чем главный прикол? Главный прикол, что практически любую сеть вы берете социальную, и у вас есть очень маленькое количество узлов, которые суперсвязаны, это хабы. И вот такую картинку вы не видите практически никогда. И там есть несколько примеров, собственно говоря. Есть ли они у меня где-то здесь? Наверное, есть. Сейчас я долистаю до туда. Да, ну, кстати, да, еще один известный пример того, где это работает, это закон Цыпфа. Кто не слышал про закон Цыпфа? Да. Цыпфа, вот этого человека. Георг Цыпф. Если вы берете практически любой текст, написанный человеком, практически на любом языке, то и просто смотрите на распределение частоты употребления слов. Вот эта история с Дирихлея как раз, да, причем, да? Но единственное, что Дирихлей у нас получается довольно скошенным. То есть Дирихлей просто позволяет, в этом смысле вот, довольно универсальный инструмент, но позволяет выделить те слова, которые для какой-то темы, в принципе, релевантны. А если вы просто возьмете график частоты употребления слов в любом тексте, вы увидите каждый раз одинаковое распределение, которое близко к просто обычной гиперболе, к степенной функции. Поэтому называют его часто power law. Ну, вы думаете, насколько это вообще похоже? То есть, верите ли вы, что каждый текст так распределен? Всегда. Вообще каждый текст, любой написан человеком. Любой, да. А это количество слов или что? Это просто слова о частоте использования. Это их частота, сколько раз они встречаются. То есть, вот самое частое слово, следующее. Mm-hmm. Вот они все. Понятно, что график будет не убывающий. Но давайте смотрите. То есть, вначале идут такие как бы стоп-слова, которые везде. На самом деле это правда. Я сначала не очень поверил в это. Я просто взял свои тексты, прогнал через какие-то там WordStat или просто через какой-то питончик и увидел, что работает идеально. А вот свои тексты это ну какая-то тематика все же была. Ну. А это не важно. Да, смотри, тут вот это примерно то, что мы делали на Андане недавно. Да. Ну, типа, там вот да, такие распределения. Да. Я через 3 датасета прошел, когда домашку делал, да. И там везде так. А потому что в реальной жизни оно везде так. В реальной жизни нормальное распределение встречается, конечно. Но гораздо чаще, когда речь идет о биологических данных, медицинских данных и социальных данных, у вас сплошное power law. И он максимально далек от нормального распределения. А чем он плох? Тем, что вот эти выбросы, вы на самом деле, когда вы берете выборку, вы понятия не имеете, когда вам встретятся эти выбросы. И здесь как раз та самая бесконечная дисперсия, которую я уже упоминал, что бесконечная дисперсия. Понятно, что у любого набора данных будет конечная дисперсия. Бесконечная дисперсия здесь скорее в том смысле, что чем больше ты меряешь, тем больше разброс. И чисто статистически, ну это как бы мое предположение, но не только, конечно, мое, о том, откуда эти данные появляются. На самом деле какой-то не power law. В смысле, power law просто близко это описывает. А скорее всего, на самом деле, это стабильное распределение Леви. И это берутся они из расширенных инструментов определения теории. То есть вот эта штука, почему она встречается везде-везде-везде? Она встречается везде-везде-везде, примерно по тому же, почему и нормальное распределение встречается везде-везде-везде. Потому что есть центральная определенная теорема, которая объясняет, как складывается между собой много-много случайных факторов. Другое дело, что если у нас есть ограничение, если на конечной дисперсии элементов, которые мы складываем,
то у нас получается нормальное распределение, а если у нас нет этого ограничения, у нас получается стабильное распределение Леви, которое близко описывается по Overlaw, но не точно. То есть если мы возьмем log-log координаты, то здесь должна быть прямая, на самом деле там обычно что-то вот, вот такое. То есть там не совсем прямая, там была бы совсем прямая, а было бы чистое по Overlaw, а там просто близко. Там еще есть разные интересные коммерции, там еще есть закон короля о том, что вот в эти Overlaw обязательно самый-самый часто он еще выбивается из этой прямой. Ну, типа, если возьмете население городов мира, то у вас будет самый населенный город выбиваться даже из Power Law, он будет супер населенный. Ну, так, есть свои какие-то отдельные такие эвристики. Но самая главная история стоит в том, что вот где-то вот, которая планируется этого века, это стали массово обнаружены, причем в разных местах, и независимо друг от друга. То есть, как бы, вот цифр нашел это в текстах, он такой закон цифр, оно вообще в 40-е давно. Человек по имени Лодка нашел это в распределении публикационной активности ученых, и вот это уже называется закон Лодки. Что я хочу, чтобы вы понимали? Я хочу, чтобы вы понимали, что, и, во-первых, очень неравномерные перемены существуют, во-вторых, они часто встречаются в социальных сетях. Но социальные сети — это тоже просто одно из проявлений. В том смысле, что мы можем просто померить количество сообщений в соцсетях, которые вы написали, или сообщения в Твиттере, которые вы написали. Как вы думаете, какое медиальное количество пользователей Твиттера? Какое тогда медиальное количество подписчиков в Твиттере у... Ну, возьмем всех пользователей Твиттера. Я расскажу. Ну, тогда мы просто про это уже коротко говорили. Но мораль в том, что да, то есть супер тяжелый пост означает, что медиана очень-очень маленькая, но в случае Твиттера это вообще ноль. Так. Ну и сейчас про это говорит Талеб. Я думаю, что вы в курсе про Талеба и черных лебедей. У него есть очень, вышла буквально не очень давно большая-большая монография про тяжелые хвосты. Вообще вот эти штуки, вот эти близкие по руну, называются тяжелые хвосты. Это просто комикс из книги Талеба как раз. То есть там большая серьезная монография, там толстая, с кучей интегралов. Но в ней есть комиксы. И эти комиксы подчеркивают, насколько Талеб упоротый человек совершенно. То есть его очень все не любят, потому что он сам себя рисует вот таким орущим в своей книге. И, в общем, примерно так себя ведет. Проблема только в том, что он прав, судя по всему. Ну, в смысле, что действительно есть куча определений, которые вот так вот не выглядят. И что с ними делать, не очень понятно. Поэтому, если вы придумаете какой-то клевый способ работать с тяжелыми хвостами и с большими выбросами, которые позволят что-то параметрически с ними делать, не знаю, дайте знать. Проблема ведь в том, что по жизни у нас просто отрицательных чисел очень мало бывает, поэтому нормальных распределений не существует. Не, ну, у вас же может быть какое-то нормальное где-то сильное положительное область, ну, тоже рост, например. Но же не бывает отрицательного роста, не бывает. У него же хвост налево, даже право, наоборот. В смысле, у него просто рост нормальный, распределен просто нормально, и все, без каких-то дополнительных этих историй. Короче, ладно, раз про это рассказывал, просто хотел еще раз поговорить про то, что откуда, скорее всего, это вылезает и где это проявляется. Ну, на самом деле, по факту, в данных, которые люди видят, ну, не знаю, вот сидит какой-нибудь следователь Яндекс.Такси и смотрит, как распределение выручки там, водителей или распределение того, как люди часто ездят на такси. Вот это 100%. Вот я не знаю, как это выглядит, но у меня есть знакомые аналитики Яндекс.Такси, я совершенно уверен, я готов зуб дать, что я приду к ним, скажу, какое распределение частоты использования такси, и оно будет по Overlaw, но очень близко. То есть, когда у нас есть социальная активность, которая как-то распределена, и при этом у нас нет каких-то физических ограничений на нее сверху, вы увидите по Overlaw, типа, ну, близко к Overlaw, практически всегда. И в биологии, и в медицине, то есть огромное количество данных, которые не так распределены. И поэтому, когда у вас будет какой-нибудь хакатон, что такое, вам дали какие-то реальные данные, естественно, вы увидите эти вот клюшки. Просто гипербола. Это единственное. Более того, там интересная история с Пауэрлоса и то, что если использовать все-таки, если полезть чуть глубже и посмотреть на стабильное распределение Леви, то вы узнаете, что там вот эта степень, то есть даже если мы что-то аппроксимируем гиперболой, то вот это там, ну типа k на x степени альфа,
И это альфа есть вполне себе какие-то ограничения, там, типа от единицы до двух, что-нибудь такое. То есть альфа не может быть слишком большой, не может быть слишком маленький. И это, кстати, тоже полезно очень, ну, с точки зрения какого-то социологического анализа истории, потому что если вы видите, например, распределение дохода с гораздо больше альфой, а в России, например, ну в России вообще нет неравномерно распределенный доход. У нас и капитал, и доход, типа, один из самых неравномерных в мире. То, скорее всего, вы знаете, что это несправедливо. В этом есть большая идея, потому что именно непонимание того, что огромное количество вещей распределены по Power Law, по сути, привело к созданию Советского Союза. Потому что Карл Маркс напрямую ссылается на Кетле. Адольф Кетле – это человек, который написал трактат «Средний человек» в 19 веке. И, собственно говоря, идея как раз была в том, что здесь нормально есть средний, и вокруг него распределено как-то, да, то есть вот идея нормального распределения, там полный рост. И Карл Маркс такой, типа, супер, смотрите, работает, давайте построим плановую экономику, где мы все это нормально рассчитаем, нормально во всех смыслах слова, и все будет работать оптимально. Нет. Но, то есть об этом, кстати, довольно мало говорят, хотя, ну, как бы сейчас наконец начинается про то, что вот эта про история про всякие пауэрлоги, бесконечные дисперсии и все такое, про это как бы начинают просто больше как-то говорить, особенно благодаря вот этим ребятам, которые это активно популяризуют. Но в целом Советский Союз, плановая экономика не работает, скорее всего, потому что огромное количество переменных, которые связаны особенно с поведением людей, распределены вот таким вот образом. То есть, если там есть большие выбросы, эти выбросы поменяют всю картинку принципиально, но при этом их очень мало. Вот. И как только вы пытаетесь это пытаетесь спрогнозировать это каким-то нормальным распределением, у вас ничего не получается. У вас все начинает ехать, выбросы перед ним деваются, просто они там становятся какими-то миллиардерами, корейками, вот этим вот. Или просто какие-то талантливые люди, которые при этом, в общем, начинаются всякие трэш от угла. А всего этого, скорее всего, есть просто чисто статистическая подоплека, связанная с тем, что бывает не просто центральное определение теоремы, а еще бывает расширенное центральное определение теоремы, где не обязательно конечная дисперсия. Но в конце 19 года никому не могу прийти в голову, что в конце 19 века никому не могу прийти в голову, что бесконечная дисперсия имеет вообще хоть какой-то разумный смысл. Я вам хочу сказать еще два слова про качественные исследования. У меня еще есть несколько минут. Дело в том, что вообще про опросы, и буквально сейчас свежее совершенно исследование, 2020 года, опросы набирают силу снова. Вы знаете, что, во-первых, опросы появились в 20 веке, благодаря Гэллопу, и они появились, просто есть конкретный момент, когда опросы появились, то есть не было опросов, появились опросы. Что произошло? Произошло выборы президента США. Была газета какая-то суперкрутая в Нью-Йорке или где-то там, скорее всего, в Нью-Йорке, которая периодически делала купонные опросы, их там слушатели предсказывала выборы, а потом пришел Гэллоп и сказал: ребят, надо делать случайную выборку, и просто там ему повезло, что газета предсказала плохо, а он на случайной выборке предсказал хорошо. И с тех пор просто все поняли, что надо делать опросы. Ну и фамилия Гэллоп вы, конечно, слышали так или иначе, где-то всякие большие компании, типа TNS Gallup. Это, ну, большие опросные компании. Если вы залезете в код каких-нибудь сниппетов, которые что-то там... Ну, на сайтах бывают сейчас сниппеты, которые вас как бы опрашивают, то есть они следят за вашим поведением, и там очень часто просто галоп есть в урлах, типа слово галоп. Вот это все оттуда идет. Но, как вы знаете, то есть, ну, почему это часто речь идет о выборах президента США, потому что в Америке собирается огромное количество данных, и обычно на них просто делается много выводов, и на них просто верифицируют еще опросы. И вот опросы сильно облажались с выборами Трампа, да, потому что есть много разных теорий, но, скорее всего, теория, такая главенствующая теория, которая состоит в том, что появился доступ к интернету, мобильники у людей, которых раньше не было, какой-то там вот условной сельской деревенщины американской, которую никто не опрашивал, потому что опросы в городах происходили. А потом эти люди взяли, как проголосовали, и опросы провалились. Я хочу вам про другое сказать, что сейчас опросы обратно набирают силу, но оказывается, на нерепрезентативной выборке можно сделать предсказание лучше, чем на репрезентативной, если использовать мультинамиальную регрессию, если просто разбивать датасет. То есть смотреть на факторы некоторых предикторов. Давайте я скину картинку и расскажу историю. И на этом закончу. Картинка следующая.
Но прежде чем я пошлю картинку, как вы думаете, чем отличается игрок в Xbox от среднего жителя страны? У него есть Xbox. Деньги подключились. Это номер ноль. Да, дальше. Финансы. Да, финансовый. Он богаче, да, возможно. Счастливый. Так, ну на смысле, давайте не социодемографические штуки предположим. Он младше, он скорее всего. Европейская часть. Он молодой. Европейский, но крупный тогда. Он счастлив, но одинок. Не, ну есть, конечно, много времени. Так, Xbox не отвечает, не только Xbox. Он много прогрессирует, не знаю. В смысле, одинок, у него есть Xbox. Короче, моложе, кажется, что в крупных городах, скорее всего, живет. Это последствия финансовой составляющей. Что еще можно? А мы сейчас узнаем правильный ответ, да, или что? Я думаю, что да. Ну, в общем, да. Вы почему-то забыли упомянуть, что он парень. Потому что мы не сексисты. Окей. Сидим мы тут такие, знаете, не сексисты. Короче, что сделали люди? Там несколько исследователей в компании Сэнди Геймер, довольно известный человек в области статистических методов разных и машинного обучения. Они просили некоторое количество пользователей Xbox, вот картиночка я прислал. Просто они специально взяли пользователей именно Xbox. Опросили их. И... Господи, у меня все картинки... Сейчас я буду искать, где у меня эти картинки. У меня в разных... все, сервисы. Они просили пользователей Xbox и построили мультиномиальную регрессию. Значит, смотрите, чем отличается множественная регрессия от мультиномиальной. Множественная регрессия, когда у вас много переменных, вы их там как-нибудь сокращаете. Типа. Мультиномиальная, когда вы пытаетесь ваши данные разбить на группки, и в этих группках у вас разные регрессионные линии. То есть у вас есть несколько групп данных, и у вас там есть разные типы мультиномиальных, типа, например, fixed intercept и разные slopes, или, наоборот, фиксированный слоп, разные интерсепты, ну, короче, понятно, что разные методы. Мораль в том, что вы разбиваете данные на группы и делаете prediction отдельно, по ним отдельно, но они могут между собой как-то связаны. Например, там есть одинаковый градиент, или одинаковый интерсепт, или как-то еще похитрее. Ну, короче, про мультиномиальную регрессию несложно погуглить, как это устроено. И вот результаты их опроса. То есть, смотрите, они взяли некоторые факторы, вот здесь, на первой картинке, какие факторы они использовали, например, возраст видно, да, и видно, как зависит предпочтение, типа, ну, они делали стандартный опрос, если выборы будут, типа, там, эти выходные, за кого проголосуешь. И они сделали поправку вот на эти переменные, на эти 8 переменных, и смотрите, вот здесь вот в линии есть просто полстер, полстер, соответственно, обычная репрезентативная выборка. Есть это просто Xbox Unweighted, это их данные, если взять просто взять вот эту скошенную выборку biased и по ней мерить. А вот линия, которая сверху, которая даже вместе с длительным интервалом вокруг, которая взвешена вот на эти переменные, мультиномиальная регрессия. Смотрите, у них получился результат даже лучше, чем у полстеров, то есть у полстеров, которые сделали большую-пребольшую репрезентативную выборку. Вот. Это говорит о том, что вот эта история, то есть, ну, почему это важно? Это история про то, как, с одной стороны, большие данные можно использовать, а с другой стороны, вам для этого нужна социологическая смекалочка, чтобы понять, как правильно задавать вопросы. То есть такого рода исследования сейчас делаются, но вот это просто клинический пример. А в целом большие данные лежат очень у многих компаний, они на них сидят как в мешке и не успевают их нормально исследовать. То есть крупные компании сейчас просто у них, даже непонятно, что есть там отдел или research, но они исследования делают, типа, смотрите, к нам в рабочее время к нам заходит чаще, чем нерабочие. Типа. Или раньше машины реже попадают в аварии. Вот. А какие-то серьезные, хорошие результаты можно обычно получаются вот на стыке методов, в том числе вот мультиномиальная регрессия, это сейчас модно. Почему это сейчас взрывает мировую науку? Это взрывает, потому что внезапно стало понятно, что, во-первых, опросы возвращаются и в prediction поведения людей, а во-вторых, оказывается, что не репрезентативная выборка при грамотном использовании статистического арсенала может дать prediction лучше, чем даже репрезентативная.
Вот. В общем, в итоге, когда вы доберетесь рано или поздно на каких-нибудь данных, помните, что самые крутые результаты, когда у вас техническая экспертиза сосед вместе используется с какой-то общественно-научной или гуманитарной, потому что, например, в Африке сейчас очень такое большое дело и большие опросы по бедности, и вместо больших-больших опросов на полтора часа, которые в Африке очень сложно сделать, они делают маленькие опросы, но совмещают их с данными из телеком. Да, кстати, вы знаете, почему перепись сейчас никому не нужна, оказывается? Ну, в России прошла перепись, но она была сделана очень плохо, и на самом деле прошу правительством всех стран, потому что Россия. Прощение, 99% граждан России были опрошены согласно Росстату. Согласно Росстату у нас много чего интересного происходит, да. Короче, как вы думаете, откуда берут данные все правительства? Все правительства практически всех стран сейчас берут данные не из переписи. Ну, из, понятно, из компании, ну, из IT-продуктов. Из IT-компаний. Ну, в смысле, из продукта, не знаю, из госуслуг. Есть конкретный тип компаний, есть конкретный тип данных коммерческих, которые вам показывают. Банковские транзакции? Нет, тоже нет. Ну, потому что есть люди, которые там налом только пользуются. Газпром. Типа все. Все просто пьют газ из трубочек на улице, чтобы прямо так можно посчитать. Не, ну госуслуги, да, по-моему. У нас не газифицировано полстраны. Про какого рода данные вы говорим? Это в этом вопрос. Может быть, банки? Да, я уже забыл. Интересно, что я думал сразу угадать. На какие данные показывают там, сколько людей, куда они ездят? Мобильный оператор, конечно, телеком. Мобильный оператор вам показывает, причем у них сейчас супер точные данные, их постоянно обновляют, то есть даже МЧС может в течение там, часа или получаса получить вам очень точные данные, сколько людей находится в зоне бедствия какого-то. Даже если у них данные одного оператора, они настолько уже хорошо точно померили мультипликаторы, что они просто общую популяцию все равно померяют с точностью до людей, то до десятков. Может быть, человек там есть. Но оператор не знает, что с этими данными делать, поэтому самое клевое исследование – это те исследования, которые будут на больших данных операторов или каких-то соцсетей вместе со социологической интуицией того, как правильно опрашивать. Так вот эти вот про выборы понятно, там есть хорошо разработанные технологии. А вообще, короче, идеальное исследование, которое позволяет реально много чего выяснить, это исследование, которое, с одной стороны, качественное и опросное, но при этом вопрос очень маленький, но при этом он как-то статистически завязывается на большие данные, которые доступны, например, телеком. И это сейчас типа фронтир, это сейчас прикольно. На этом, я думаю, что мы закончим, потому что время. Да. Так, если вот к экзамену, скорее всего, будет, да? Да, смотрите, мы сейчас проверим, все выставим, поймем, что у нас с разболовкой, поймем, сколько у нас есть человек, которому вообще что-то надо еще, кроме того, что у них уже есть. Но, видимо, те, кто хотят пятерки, потому что за пятерку автоматом получить, кажется, очень сложно. За таких людей по табличке примерно 1-2. Экзамен, скорее всего, будет выглядеть так, что нужно будет какие-то заранее написанные, ну, в смысле, темы понятные, да, просто ну, те, что мы прошли, но заранее написанные несложные билеты, типа какого-то теоретического вывода или небольшого решения, типа того, что сейчас было на летучке. Просто что-то такое вывести, написать. Если даже не получится, то хотя бы защитить свою логику, что пытался сделать, даже если там кто-то неверно посчиталось, то просто методологически правильное направление. Ну и все, если это сделать, то баллы за экзамен можно вполне себе получить. Ну, будет известно, вы напишите где-нибудь подробнее по трансформации? Ну, типа, может, какие-то темы, потому что либо пересматривать лекции сначала, там непонятно, что войдет именно в вопрос. Тем было много. Я напишу, окей, напишу. Да. Было классно, спасибо. Надо, чтобы за летучки поставили, что баллы. Да, за летучки сейчас мы постараемся к Новому году все. Да, спасибо большое. Так, у нас там, кстати, онлайн не было, никаких вопросов. Не было. Ребята!